Дорогие друзья, шалом алейхем. Существует семь разных типов людей. И когда мы хотим влиять на человека, приблизить его, вдохновлять его, воспитывать его, нам надо разобраться, какого типа человек он. Речь идет тоже о наших детей. Мы помним, что когда наш ребенок вырос, мы его воспитали, объяснили, он все понял, он был послушный. Сейчас растет следующий ребенок, он нас не понимает. И мы злимся. Проблема в том, что мы должны понять, что это другого типа ребенка. Точно как? Так как, когда мы говорим с детьми, мы понимаем, что надо говорить по-особому. Когда мы говорим с взрослыми, надо говорить по-особому. Точно так надо понять, какого типа человека. Только тогда его душа поймет то, что мы ему говорим. Наша глава недели «Беалотха» говорится про менора, который зажигает первый священник Аарон. Он зажигает семь свечей. Каббала говорит, что причина, почему зажигают семь свечей, вот это есть семь видов душевных качеств, которые есть. И каждый раз, когда мы зажигаем свечи, а когда мы говорим с человеком, мы тоже зажигаем его душа, только тогда мы можем повлиять на него, приблизить его и помочь ему, что мы знали, что есть семь разные типы души. И когда мы поймем, кто этот человек, намного будет легче повлиять на него, его душа поймет то, что мы ему говорим. Вот эти семь типов. Первое – это хесед. Это добро, любовь, романтика. Второй – это гвура. Это строгость, дисциплина. С ним должен быть другой разговор. Третий – это тиферет. Это гармония, это справедливости, это хороший вкус. Четвертое – это нецах. Нецах – это азарт, это амбиция, целеустремленности. Пятое – это год. Год – это уступчивость, компромисс. Шестое – это есод. Есод – это фундаментальность и надежность. Седьмой – это малхут. Малхут – это лидерство, власть и ответственность. И когда мы говорим по поводу этих семь типов людей, очень важно инвестировать в этом время, понять, какой характер души есть у этого ребенка, у этого человека. Тогда мы сможем зажигать его душа, и мы достигнем все наши цели. А если мы не поймем, тогда мы говорим впустую, мы злимся, мы обижаемся, и никакого результата не будет. Вот все, что говорится от чистого сердца, от хорошего сердца, она доходит до сердца и до души. И мы тогда увидим нахас, не будем злиться, увидим хорошие результаты, как мы влияем на наше окружение, на наших детей, на семью, в общину, и будет все хорошо и все дружно. Вот это